наши дорогие детишки! Сегодня мы на море, и мы хотим сыграть в игру! Какую, как вы думаете? Правильно, это прятки! А вы умеете прятаться? Сейчас мы будем прятаться, а вы нас будете искать, хорошо? И начнем! Итак, девочки, давайте разберемся, кто нас будет искать! Я предлагаю, чтобы Пинки Пай нас искал! Да-да, я согласна тоже! Пускай Пинки Пай нас ищет! Ну хорошо, хорошо, я не против! Прячьтесь! Куда же нам спрятаться, куда же нам спрятаться? Куда нам спрятаться? Я вот здесь! Четыре, три, два, один, ноль. Я иду искать, кто не спрятался. Я не виновата. Так, а где же они спрятались? Где же они спрятались? Ну-ка. Нету? Нету? И? Ой, какая дырочка, что-то слышно. Там море шумит, ребята, представляете? Это море. Помогите мне их найти, пожалуйста, я не могу их найти. Где? Где? За ракушкой спряталась? Сейчас посмотрю. Спасибо. Ага, я тебя нашла. Так нечестно, ты меня быстро нашла. И первую. Все, нашла. Ну хорошо, я пойду пока покупаюсь. Иди, я еще других найду. Так. За ракушкой, говорят, за ракушкой. Здесь нету за ракушкой. Нету. А может быть в ракушке? Нету. Так. Тихо, я что-то слышу. Теперь иди, купайся. Хорошо, я пойду купаться. Иди. Та-ра-та-ра-та-ра-та-та, я нашла уже двоих. А сколько мне еще осталось найти? Вы помните, сколько нас было на море? Я и мои подружки. Всего нас было 5. Двоих я нашла, значит, осталось найти еще. Ну же, правильно, еще двоих. На-на-на-на-на-на. Так, за ракушкой я смотрела. А это что такое, торчит я головка? Большущая! Вы только посмотрите на нее! Такая тяжелая! Ты пустая! Сейчас сберу ее! Посмотрите, какие у нее края и какие углы. А знаете, чем там пахнет? Тобой. Мной. Ладно, пошла купаться. Иди. Вот это да. Дети, а вы знаете, что когда ракушку прислоняешь к ушку, слышно море? Да. Только я слышу только ветер. Ну-ка еще раз. Ветер. Ну так все, друзья. Спасибо, что помогли мне найти моих подружек. Пойду я тоже купаться, ведь я люблю купаться. А вы любите мой канал? Тогда подпишитесь на него и не пропустите новые видео. Всем пока!